Доброго времени суток, народ, с вами, как обычно, Джесс, и мы продолжаем проходить Enter the Gungeon. Я тут только что заметил, какая красивая тень внезапно остается для этой игры на полу. Так, давайте двинемся вперед. Вообще, очень прилично тут с тенями поработали для пикселявой игрушки, да и вообще выглядит приятно. Ну, это так. Заметил, какой там к 15-й серии. Сегодня у нас охотница. Не знаю, по плану ли это, или я все уже вообще удалился от плана, насколько только мог. Это для меня неведомо. Ну, я думаю, собственно, блин, я тебя не заметил, маленькая тварь. Так непривычно, что противники используют окружение. Я думаю, что надо уже забить на план и просто играть, кем играется. Я, конечно, стараюсь ротацию более-менее делать правильную. Например, не играть одним пилотом и так далее. Как минимум это в наших силах. Это мы будем делать. Собака. О, ключик. Спасибо, собака. Мы посмотрим сундуки и, возможно, вот этот второй ключ попавшийся. Тихо. Многое для нас решит. Возможно, мы все-таки так. Главное, чтобы белка сейчас не проснулась. Возможно, мы все-таки попадем наконец на, ну, хотя бы на первый секретный уровень. Давненько у нас этого не было. Последний раз, когда я туда попал, мне люто наваляли, и на этом все закончилось. Да. Что еще рассказать вам? Пока у нас тут вот это вот происходит. Есть дополнительные персонажи в игре. Я выяснил. Ну, как выяснил, я просто увидел в видео на канале у одного товарища, что у него то ли 7 персонажей в начале стоит. Но это как бы и так был не секрет, там очевидно очень... Воробей, ты где? Там очевидно очень много пустого места на выборе, и понятное дело, что это так быть не может. Я, по-моему, рассуждал пару видюшек назад об этом. Самоубийца, блин. Так, это вот тоже вот. Эха. Я понятия не имею, как они открывают. Ох, третий ключ. Мы по-любому идем. Да, мы по-любому идем. Ух ты. Револьвер Шейда? Шейдса. Такой Шейдс, я понятия не имею. Но у него есть револьвер. И мы... Ну, точнее, у него, очевидно, нет револьвера, если он в магазине. Я даже не знаю, хотим ли мы его покупать. Надо посмотреть. Ящики. Война без нервов. Все свою пулю получат. Не толпитесь. Гребаная библиотека. Слишком много книг в одном месте. Так, помнится, нам надо 71 маленькую пульку убить. Не уверен, что мы это сделаем за этот заход. В первый раз, когда я на момент выхода играл в Enter the Gungeon, у меня очень быстро выполнялись эти задания, потому что я лажал. Я лажал, лажал и лажал. Я просто дох на первом там, на первых там трех этажах, например. И поэтому у меня очень быстро набилось это все. Я до дракона даже не дошел ни разу. Вот, потом я что-то уперся. Решил, что... А, вон она, это... Я нашел бочку. Хе-хей. Так вот, а потом я решил, что надо упереться и... Соби, не вздумай. Что надо упереться и выполнить 1001% в Айзеке. И выполнил его.
И Айзек мне немножечко прокачал, конечно, уровень. Так, хорошо, давайте. Давайте мы сразу сделаем по-умному. Возьмем и откроем. Все. Белка что-то там вяло порос, крутанул колесо. Я очень надеюсь, что он сейчас не вздумает из-за того, что я тут говорю, оживиться и начать жутко шуметь. Чтобы нам не приходилось до лучших времен прерывать запись. Это мимик. Я не знал, что он... Собачка предупреждает о мимиках. Собачка хорошая. Умри. Понятно. Урон у него, как у обычного пистолета. Вот этого. Ранение получили, плохо. Ну да ладно, не так страшно, я думаю. Давайте попробуем мастер-патрон получить за этого босса. Воу! Ого! Он отъехал. Паша. Блин, ну как так ты? Ладно. Хорошо. Я не буду рестартить, мы будем иметь дело с тем, с чем нам приходится иметь дело. Что-то это очень странная конструкция была словесная. Ну ладно. Некоторые этажи знакомы. Угу. Неплохое колечко, может быть полезно. Пойдемте получать люлей. На секретный этаж. О, кстати, мне вот очень интересно. Я не знаю, зачем я это делаю сейчас. Ну ладно, зато я туда могу нырнуть. Так и сделаем. Жаль, я просто зашел в его выстрел. Не стал перекатываться, непонятно почему не стал перекатываться. Со мной бывает. Так, корчащиеся в муках пульки. О! Блять. Зажали демоны. Ладно, это наша броня была. Сделаем вид, что нам нафиг не нужна броня. Новая тема. Так, все, давайте пойдем дальше. Эти нам практически перестали падать деньги. Блин. Да хватит, ё-моё. Вторую тычку я получил на этом этаже уже. Ну, он сложнее, конечно, значительно, чем обычные. Да ой, блин, откройся. А, отлично. Блин, не в ту сторону. Третья тычечка. Этот этаж не очень добр ко мне. Ну еще опять же у меня с последней записи Enter the Gungeon такой немаленький был промежуток. Поэтому я могу быть даже хуже, чем обычно. Могу и буду. Так, ладно, не важно. Если я сейчас отъеду, вы не волнуйтесь, я не закончу на этом. Это было бы нечестно. По отношению... к вам, дорогие мои.
А у меня есть шансы отъехать. Надо реально подходить к происходящему. Так, хорошо. Оу! Оу, не надо! Не надо! Блин, оно подкручивает еще эти свои выстрелы. Говно такое, умри. Ой, похоже, его убил. Живем. Ой, большой гриб. Не надо, гриб. Гриб не надо, одумайся, гриб. У тебя вся жизнь впереди, хотя нет, наверное. Сколько, интересно, эти грибы живут вообще? Иди, Влад. Вот они в зеленый. Блин, второй, да вы чё? Зеленый жижа. Чё, живем? Живем, живем. Собака, ты не хочешь выкопать что-нибудь? Магазин. Я пока ничего не буду покупать. Если там, конечно, нету чего-нибудь такого прям, что мне вот хочется. А, ключ. Неудобно получилось. Мульчер. Мне бы найти еще один. Жаль. Жаль, что ключ. Мне бы найти еще один. Еще одну пушку бесполезную. Блин, ох, я чуть дамаг не получил. На ровном месте вообще не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо сюда заходить. И не то чтобы... О, а даже так бывает. Смотрите, камера. Соби, не вздумай, серьезно, не надо. Блин. Я отвлекся, я посмотрел на эту белку. О! Да хорош ты, вы чё? Да ладно вам, да не надо. Бля, я умер. Все, 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 хорош. Я знаю, что со мной ничего хорошего не произошло. И быстрый перезапуск, без всего. Погнали. Боевой стандарт. Я даже не знаю, как я его открыл, но я его открыл. Давайте в этот раз не налажаем. Бам. Ты еще живой, что ли? Вот этот парень не хочет жить. Их не убивает одним взрывом, офигеть. Я вроде хотел не лажать. Ой, опасный парень, тихо. Так, чтобы крысе не доставалось ничего, мы будем вот таким вот образом. Все в порядке пока. А это вся комната? Воробей и гранат? Воробьев что-то много. Неужели у нас чайка будет? А где вообще противники? Где-то открылось что-то, где и что. Ну, где... Что, точнее, мы знаем, где не...
Найм? Давайте, давайте. У нас есть арбалет. Мы все можем. У нас есть арбалет. Роль. Давайте сразу вот от этого вот хрена избавимся. Ой, бля. Шел вон. Не-не-не-не-не. Нет, не могу. Блин. Король, ты не мог бы немножечко успокоиться? Блин, не очень удобно. Давай, продолжай в том же духе. Хорошо. Вот так. Вот так. That's what I'm talking about. О! Прошу прощения за эту реакцию. Стингер, это хорошо. Так. Пешком, видимо, придется. Пил-пил-пил-пил. Так, не знаю, что я в эту комнату заперся. Я просто на позитиве. Я сделал это. И сейчас, конечно же, у нас не будет столько ключей, и мы не сможем... О-о-о-о-о! Фух! Я успел поймать эту пакость. Хе-хей! Блин, обидно, у нас там этот... Анлок же был. Перед смертью мы могли выпустить того чувака. Я, правда, не очень понимаю смысл этого чувака. Он довольно странный. Ой, привет. Хорошо. Восстановим. Нашу... Как это сказать-то? Нашего. Да, нашего. Убийцу королей. Во. Русский язык. Я знаю его. Я правда его знаю. Книга, скажи мне, как ты была перед ним и выжила, в то время как он за тобой умер? Обычный коричневый сундук. Давайте сразу его расстреляем, я не вижу никакого смысла тратить на него. Ключ. Ключ, не будем тратить. Так. Если сейчас второй внезапно окажется золотым, например, то я даже думать не буду. Ну или черным. И те, и другие сундуки очень хороши всегда. Из ассортимента этих сундуков, так вот, ну, на данный момент больше всего радует Frozen Heart, конечно. Прекрасная вещь, добавляет здоровье. О! А, привет. Блин, ты мне за ключи это продаешь? Я даже не знаю. Если второй сундук окажется коричневым... А! Да ёп! Что ж ты будешь делать? Я не прыгаю на них, потому что я не уверен сейчас в своих способностях, поэтому мне проще их расстрелять. Так, и какой у нас тут сундук? Синий. Покупаем. Это что? Ха-ха! Ребята, сейчас я вам покажу цирк. Смотрите, мы берем. Пробелом используется. Оп. Крадем, а у этого товарища можно купить без проблем. Фишка в чем? Чаще, чем один раз за этаж, воровать нельзя в магазине, но что-то одно своровать можно. Если своруешь два раза, у тебя усан к
короче говоря, обидится и уйдет с концами. Закроет магазин и скажет: иди-ка ты... Ага, у меня собака провалилась. Прям на ходу, офигеть. Обидится, уйдет, и это будет очень нехорошо, естественно, потому что нам магазины нужны. Но один раз что-то можно спереть за этаж. И мы будем, конечно, этим пользоваться. Сказал даже я это обу... Сказал я даже это обузить постараюсь. Вот, прям вот всегда что-то воровать, потому что... Ау, слишком вкусно. Блин, да почему у меня столько проблем с этими двойными выстрелами? Надо просто стоять на месте, и они в тебя не попадут. Ядовитые пульки мои враги, хотел сказать. Мои самые ценнейшие союзники. Умри, 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 хорошо. Все? Все, все, хорошо. Так, я очень надеюсь, что что-то смогу полезное такое, прям хорошее. О, блядь, что ж за начало-то такое? Но воровство при этом накладывает на нас проклятие, как видите, у нас аж две. Два противника проклятых. Блядь, да ладно. Носящих целиковое сердце урона. Помимо того, что их хер убьешь. И, блин, лупят они пулемет. Эй, не надо. Умирай. Умирай, давай. Да ну нахрен. Ты можешь перестать? Спасибо. Сердце целиковое. Ура. Так, сейчас сюда мы зайдем, но не будем трогать это пока что. Мне нужна броня, которая будет поверх этого. И мне нужно сначала убить босса, конечно. Так, если он сейчас начнет... Все нормально. Сказать, если он сейчас зайдет за угол и начнет раскручиваться... И он не успел это сделать. Эй, маленькая пулька. Так, вот давай не надо. Просто умри. Спасибо. Хорошо, что нам не нужен ключ для... Ну, вы поняли. То есть, я не понял, эта летучая мышь просто взорвалась? Ладно. Я только за, я их не люблю. Эти рикошеты, фу. Сундук, хорошо. Так, воробьев всех... А, это собака, блин. Я увидел, что что-то ко мне очень быстро шурует и попытался от него сбежать, а это оказалось собака наша. У меня... Частенько всплывает окошко, что кто-то из френдлиста играет в Айзека. А, оу! Блядь, да ладно. Я вам так скажу, систематически проще не становится. Что это за комната вообще? Почему она такая огромная? Умри, пожалуйста. Много я урона ловлю. Хорошо. Ой-о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 й
так вот, давай сначала с тобой разберемся. А из этой вот летучей мыши вылезут проклятые эти, интересно. Что это за отбитые... О, не, обычные, хорошо. Давайте, разлетайтесь. Все.
Что за отбитое? Блядь, вы посмотрите на размеры этого. Пол первого этажа. Ой. Я давлю. Так, давайте расставляем. Ключик. Нет, не ключик. О, успел. Не люблю улучшенных снайперов. Я вообще хоть про кого, про одного хотя бы противника сказал, вот я его люблю. Прикольно. Воробью не обязательно тебя видеть, чтобы в тебя попасть. Воробья эти колышутся туда-сюда. О, хорошо. Собачка. Муа. Спасибо тебе большое. Давайте. Что это? Ууу, мы быстрее бегать стали, да? Я правильно понимаю? Слабе тихо. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас в магазине. Я сначала посмотрю, а потом выберу, что украсть. Так, ну вообще ключ, наверное, самое интересное было бы, потому что оружие такое себе. Все быстрее стало. О! Я зря взял эту колу, по-моему. Так, давайте. Бам. Чё ты там бормочешь? Следи за своими пулями. Слежу. А, у него броня есть. После убийства босса мы сможем сюда вернуться и купить брони. А мне это нахер надо вообще? Где мой босс? Ага. Нашел. Не пойду туда. Не хочу. Там просто переход. А-а-а. Я понял. А тут можно не получить урон? Бля, я упал. Ладно. Это была сложная комната, надо признать. Так, давайте. Давайте достанем наш стингер и устроим блобу веселую жизнь. Здорово! Давно не виделись. Стоп, стингер еще и этим? Подожди, я что-то не понял. Ладно. То есть это правда жало. Хорошо. Ты, блин, перестанешь эту атаку делать, может? Ну, хотя... Нет, не переставай. Блядь, я... Ладно, хорошо. Мне здесь не обязательно Флорис иметь. Ну, это мастер. Мастер патрон, здесь его нету. Мне не обязательно не получать урона на нем. Умри, пожалуйста. Очень-очень быстрый и простой... очень быстрый и простой бой с ним внезапно получился. Последняя пчела добила этого. Иксопушка легкая. Так, все. Все. Теперь нам надо зайти посмотреть, нет ли там еще комнаты. После этого... Оу! Ни хрена. Я просто толкнул эту бочку где-то там в начале, помните? И она вот этот весь путь прокатилась туда. Здесь есть комната. Иксопушка. Зачистка помещений больше не проблем. А, блин, я на боссе сразу взял броню, да? Давайте защитим эту штуку. На случай... Вот оно что. То есть ты, игра, не собираешься мне облегчать задачу.
Ну хорошо, хорошо. Твои... Без проблем. Значит, мне надо очень осторожным сейчас быть, потому что я хочу хоть раз оказаться хотя бы на этом уровне. Даже если мы там умрем, это будет прорыв. Наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. Так. Убери. Нет, 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 ни за что. Это последнее, что я буду делать. Аккуратно. Охота завершена. Угу, хорошо. Чего? Ну ладно, умри. Тихо! Вот эти пули опасные. Так, посмотрим опять же магазин сначала. С возвращением. Я хочу ключик. Хотя хочу ли я ключик? Хочу вообще точно. Компас. Если я все правильно помню. Используемый предмет. Где это мой? Что это за штуки? Умри. Какая-то хрень, я не знаю, я боюсь к ней подходить. Я поэтому не буду этого делать. Это как это мина похоже. Где алтарь? Нет. Я даже пытаться не хочу. Возможно. Ой. Тихо. Я куплю патронов, я думаю, у этого товарища. Блин, вот сейчас бы упал в эту, глядя на карту, было бы смешно. Кому-то, но не мне. Да, знаете что, давайте мы откроем сундук этот. Ну вдруг что-то по... Что он там сказал? Опять что-то сказал, я опять не увидел. Продолжаем воровать. Я закуплю патронов на это оружие. А! Фу, спасибо, собачка. Сколько ж у меня ключей-то? Шам. Хорошо.
И сундук еще. Всякое говно. Собачка что-то там. А, ты их ХП мне нашла. Она одна эта штука катается же, да? Давайте ты лажи зачищать будем. Я знаю, я садист. Нет! О! Так, без проблем. О, арбалет получше. Дроболук. Фу, блин, я так испугался. Я думал, сейчас все это, все будет плохо резко. О, вот ключи. Книга «Анатомия сундуков». Давайте купим. Управляемое разрушение. Что это значит? Улучшает содержимое взломанных сундуков. Я зря потратил, мне кажется. Это... Ладно, пойдемте дальше. Тут кого-то можно выпустить. Ты кто? Ладно. Какой-то лунатик. Хорошо. И мы не получили ни разу урон. И мы принесли значок на алтарь. Мы молодцы. Но вниз мы пока не пойдем. Потому что мы сейчас купим спокойно. А что там с моим стингером, кстати говоря? У него патроны нужны? Нет, не нужны пока. Зачем? Спасибо. Все, давайте возьмем стингер. Пойдем боссу разломаем черепушку. У меня, правда, один бланк всего остался. Но это Гаргона. Бля! Сам зашел. Отвлекся и зашел. Я посмотрел на пчел. Блин, это один из тех боссов, на которых тебе не хочется, чтобы он... Это, у него атаки прерывались. Это просто жесть какая-то. Я ее разломал. Эй. Хорошо, это не то оружие, из которого, конечно же, будешь ломать боссов, поэтому мы его с удовольствием будем использовать куда попало. На зачистку следующего уровня, который сложен. Да с удовольствием. Снова в путь. Непонятный очередной товарищ. Что он, кто он, куда он. Загадка. И в неизведанное. Этот уровень я не видел. Кровавая брошь открыта. Открыто достижение уважения к мертвым. Я перепрыгиваю. А, все правильно, я перепрыгиваю, это вода, я увидел. Блять. Отвлекся, упал. Стоп. А, это в предыдущем ракета была. Привет. Хорошо, не важно. Ну, нет, важно вообще, одну броню потерял. Ого! Ого! Вот это атака. Это вообще с пятого этажа, между прочим, противник. Алло! Берите от меня этого дикого. О, оно с калашом, я не увидел. Довольно точное оружие. Слабое, но точное. Мне что-то подсказывает, что лич здесь будет какой-нибудь в конце.
капец. О, аккуратно. Хорошо, в минус. Где этот? Но помимо какого-то вообще абсолютно левого непонятного падения в бездну, что с тобой, умри. А, это один из этих в челмах был. Я думал, не стоит ли нам просматривать то, что открываем сразу. Мне нравится, как оно называется. Ну так вот, не стоит ли сразу просматривать то, что мы открываем. И я подумал в итоге, что, пожалуй, нет. Так, в мульчер надо еще что-то запихать. Мульчер, держи арбалет, а. Не люблю я его. Давай мне что-нибудь крутое. Прям вот. Это что? Стреляет чем угодно. Давайте посмотрим. Ну, возможно. Я даже не знаю. Надо на боссе испытать какого-нибудь. Так, око переката давайте возьмем. Назад к тебе. И что оно дает? Перекат вроде не изменился. Перекат сквозь пули отражает их в сторону их владельцев. Ага. Ага. Ну, не очень плохое оружие, на самом деле, мне нравится. Оно странноватое, но мне нравится. А! Бля, это... Оно выглядит как ковер. На! Еще у него есть легкий рикошет этого мушкетона. Блин, какие же они толстые! Я не знаю, как я сейчас не получил урона. Умри, пожалуйста. Хорошо. Так, давайте перезарядимся. Я его потрачу и больше никогда не возьму буги. Так, по центру не ковер. Собака, ты что-то давно ничего не вкапывала. Я уже тырил? Да, я око переката стырил на этом этаже. Thank you.
Блин, ни хрена не просто их убивать. Спасибо, собачка. Оу! Нифига себе урожай. Так, это мне не надо. А, кстати говоря, почему я не зачищаю, собственно, этим оружием? Давайте. Давайте перестанем мучиться. Я что-то мушкетон... Да вот еще. Ладно. Давайте, вперед, вперед. Воу, дабл килл. До свидания. Так, что мне еще тут? Стингер восстановлен. Мушкетон, эта херня. Ну давайте, ладно, ладно. Уговорила. Так, стингер. Где наш верный стингер? Так, тут у нас старый король, видимо. Старый король, действительно. Вечный воин. У старого короля есть свой старый... Простите. Нет, король. Ты чё делаешь, дикий? Я вообще-то через нее куркался. Ой, блин. Нет, 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 нет. Так, извините, пожалуйста. Прошу прощения, это было абсолютно не профессионально, блядь. Я совсем забыл выключить эту шнягу. Как ее зовут? Как она называется, мать твою? Да спокойно ты там. Бля. Нет, это не дамажит его особо. Бля. Нет, эта атака, блин, непереживаема сейчас. Так, тихо, не надо. Бля! Я был близок! Я был близок! Блин, какой жесткий босс, ты что с ним делать-то? Фу, аббатство называется эта локация. Ладно, мы к ней еще вернемся. Давайте тут потихонечку заканчивать, потому что все. Что-то я как-то все, просто все. Это было слишком жестко. Давай. Бла-бла-бла-бла-бла. Ух ты, 4 кредита. Каплянцы. А, эти. Блобы, я понял. Без проблем, с удовольствием. Ненавижу их. Всех ненавижу. Что тут? Серебряные пули? А давай купим. Все, и шуруй вниз. Так, я что-то не вижу этого парня, которого мы освободили. Видимо, он где-то там встретится внизу. Вот.
Все, давайте тут заканчивать. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня так вот, ну, два слива, да, но тем не менее, мы посмотрели на новую локацию, что-то мы открыли, и это все очень радует. Посмотрели на отбитого босса. Зовите друзей обязательно на канал, если вам нравится, конечно же. И всего хорошего. Пока!